самом центре Праги, на улице Водичкова, 41, пассаж Светозор. На втором этаже уже 14 лет работает книжный магазин «Русская книга». Это единственный в своем роде книжный магазин в Праге, специализирующийся на продаже русской литературы, книг и периодических изданий на русском языке. Посетители магазина смогут подобрать для себя необходимую книгу из 5000 наименований, представленных в магазине. А если требуемой книги не найдется, ее можно заказать в магазине и получить в кратчайшие сроки прямо из России. Причем посетителями магазина являются не только русские и русскоязычные покупатели, но и чехи, изучающие русскую литературу. В широком выборе представлены не только современная, детская, классическая русская литература, но также православная духовная литература. А совсем недавно в магазине появились качественные металлические позолоченные православные крестики, крепящиеся к одежде, произведенные в Германии. Эти кресты являются как бы визитной карточкой православных верующих в Европе и имеют хождение в Русской Православной Церкви за границей. Можно сказать, что это эксклюзивный товар для внутреннего пользования. И сейчас есть возможность эти крестики приобрести в свободной продаже. Еще очень интересным новшеством являются изготовленные из металла императорские орлы образца 1856 года, так называемые орлы Фаберже, как с креплениями к одежде, так и на магнитах, также произведены в Германии. Данный товар является эксклюзивным и высокотехнологичным. В наличии орлы двух размеров, как с холодными эмалями, так и без, с застежками бабочка и с магнитиками. В ассортименте магазина есть и иконы, как литографические, так и выполненные в стиле марки 3, клейка деревянного шпона на доске. Так что теперь в магазине «Русская книга» можно приобрести не только обычную русскую литературу, но и душеполезные православные книги, православные иконы, православную символику, а также гербы Российской империи, двуглавых орлов.